чего у вас разрешение? Дома. Сколько этажей? Сколько здесь этажей, и впрямь сразу разобраться сложно. Со стороны улицы Виноградной 4, а вот с противоположной все 7. Хотя, как выяснила городская комиссия, разрешения нет ни на один. Есть только документ на землю, выделенную под ИЖС. Еще в октябре муниципальный земельный контроль выявил здесь дом в 3 этажа. Но предписания остались без внимания. Дом продолжил расти. В отношении застройщика из муниципального земельного контроля поступали материалы о том, что ведутся строительные работы без соответствующего разрешения. Материалы получены в наш адрес. В отношении представителя застройщика по генеральной доверенности составлен административный материал за самоуправство по статье 19.1. Материал направлен мировому суде для принятия решения закона. Штраф там небольшой, но тут самое главное, что сотрудник полиции должен выдать предписание. Предписание этому застройщику о том, что здесь строить нельзя. Вот. И потом, когда он приходит там, через день, через два, этот застройщик продолжает строить, то уже полиция имеет право привлекать данного застройщика за невыполнение законного требования сотрудника полиции, а там уже вплоть до административного ареста. Теперь на Виноградную 116 будет регулярно наведываться полиция, следить, ведутся ли работы. В это время судьба здания решится в суде. И один из вариантов решения проблемы – прямо противоположный желаниям владельца. Самовольное строение суд может обязать снести за свой счет. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.